Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком израильском городе, как город Афула. Афула – это небольшой город в Израиле, который был основан в 1925 году в разгар еврейской поселенческой деятельности в Израильской долине. В 1972 году Афула получила статус города. По данным Центрально-статистического бюро Израиля, население города на 2016 год составляет 44 930 человек. Город Афула не имеет выхода к морю. Согласно перспективному плану развития на ближайшие 20 лет, население города вырастет на десятки тысяч человек. Город находится недалеко от границы между Галилеей и Израильской долиной и является перекрестком двух важных ведущих в Галилею дорог, которые ведут в Галилею на север Израиля. Афула состоит из трех больших районов. Это, собственно, Афула, Верхняя Афула и Гиват-Амаре. Район Гиват-Амаре расположен на склоне горы Море на высоте 250-400 метров над уровнем моря. Эти районы удалены от нижнего города Афулы, который расположен 45 метров ниже уровня моря. Поговорим о таком важном пути для петрянтов, как съем жилья. Жилье в Афуле, как на съем, так и на покупку, имеет в основном на сегодняшний день средние цены по Израилю и ниже. Стоимость жилья в городе для израильтянина, если снимать однокомнатную квартиру, это где-то будет от 1400 шекелей до 2000 шекелей приблизительно. Снять однокомнатную квартиру в Афуле очень тяжело. Двухкомнатная квартира будет стоить от 1600-1800 шекелей до 2300 шекелей на съем приблизительно для израильтянина. Трехкомнатная квартира на съем будет стоить от 2100 до 3000 шекелей приблизительно для израильтянина. Четырехкомнатная квартира будет стоить на съем где-то от 2500 до 4000 шекелей приблизительно для израильтянина. При этом съемщику придется еще платить большую часть коммунальных услуг. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа в Афуле. Работы в Афуле не очень много. Есть как обычная простая работа, так и некоторое число вакансий во многих секторах экономики. В общем, работы в Афуле и окрестностях не очень много, и найти ее вызывает проблемы. Теперь поговорим о зарплате в Афуле. Зарплаты здесь в основном минимальные и средние, поэтому заработать в Афуле в основном можно, но намного меньше, чем, например, в центре Израиля. Зарплата в Израиле рассчитывается из того, сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день, 26 мая 2017 года, минимальная зарплата, значит, за час где-то около 27 гривен. Ниже этой цифры работодатель не имеет права платить, потому что это подсудное дело, и в случае подачи наемным работникам на него в суд, наемный работник обычно дело выигрывает. Теперь поговорим о стоимости жизни в Афуле. Стоимость жизни в Афуле – это стоимость жизни на севере Израиля. Это явно меньше стоимости жизни в центре страны. Репатриантов нам будет побольше, потому что они в основном снимают жилье, и это отражается на семейном бюджете. Основные расходы семейного бюджета – это в основном именно расходы на съем квартиры. В случае, если репатриант покупает квартиру, то у него, конечно, будет основным расходом – это выплаты ипотечные суды. Но учитывая невысокую сегодня стоимость, невысокую среднюю стоимость сегодняшней квартиры в Афуле, она будет довольно невысокая также. На семейном бюджете также отражается чувствительное лечение зубов, страховка автомобиля, покупка бензина для автомобиля. Основные цены в Афуле, да и в основном Израиль, в основном довольно терпимые и существенное влияние на бюджет они в основном не оказывают. Теперь поговорим о таком важном пункте, как количество русскоязычных в Афуле. Оно в Афуле представляет приблизительно 25-35% от общего количества населения. В всех офисах, заведениях, домах живет достаточно большое количество русскоязычных, поэтому языковой барьер не ощущается в Афуле. Теперь о климате. Климат в Афуле субтропический, средиземноморский, мягкий климат с довольно жарким летом, а лето продолжается здесь где-то около полгода и относительно мягкой зимой. Температура во время зимы не опускается почти никогда ниже нуля. В основном температура в Афуле во время зимы от 8 до 15 градусов тепла, иногда доходит даже до 25 градусов тепла. Также зимой в основном выпадают осадки. Летом температура доходит от 28 до 35 градусов тепла, а лето здесь с мая и до середины октября, иногда до конца октября. Дожди с середины мая и до середины сентября – довольно редкий случай. Теперь поговорим о благоустроенности города. Город Афула не очень красивый, не очень благоустроенный. Есть спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, сады, парки, бассейны, но этого явно недостаточно. Теперь поговорим о таком явном важном пункте, как безопасность. Терроризм в Афуле, конечно, существует, но количество терактов незначительно. Также город не подвергается обстрелам во время конфликтов из сектора Газа, хотя бывают войны и обстрелы с территории Ливана при конфликте в основном с Хизбаллой. Но последние годы это редкий случай. В основном теракты происходят в Иерусалиме и на границе с сектором Газа сегодня. Теперь поговорим о криминале в Афуле. Случаи криминала, конечно, имеются, но в общем-то и он, в общем-то, чувствуется. Большинство жителей его в какой-то степени ощущают. Гулять по ночам можно, конечно, но лучше сидеть все-таки дома по ночам. Теперь поговорим о ландшафте города. Афула находится в основном на равнине, перемежающейся с небольшими возвышенностями, хотя некоторая небольшая часть зданий возведена на окружающий город холмах.
И в этом он резко отличается, например, от Хайфы, который находится на горе Кармель, довольно крутом горном хребте. В этом отношении он тоже резко опугов в какой-то степени выигрывает. Поэтому жить людям, которые выехали с таких стран, как Россия, Украина, Беларусь, более привычно именно в других равнинных городах, чем, например, в той же Апуле, хотя в Апуле, еще раз повторяю, нижняя основная часть тоже находится, можно сказать, на равнине. Теперь поговорим о загаженности атмосферы в Апуле. Загаженность атмосферы в Апуле находится приблизительно на более низком уровне, чем среднеизраильский уровень. В общем-то, летом очень жаркие дни бывают, чувствуются, но немного. Это был краткий обзор про город Апула, находящийся в Израильской долине в Израиле. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.